Обзор монитора разобранного ES79-78 92 года. Нифига в нем интересного нету. КМ-ка только одна, где-то нашел. Мелкая. Мелкая. А, нет, еще две есть хорошие. Ну, нормально. Для него, в принципе, нормально. Позолоченные пару транзисторов какие-то. Остальное все черное. Резистор интересный, переменные. И 815-е, там 940-е какие-то. А, и алюминия куча. Вот. Вот такой вот мониторчик ES79-78.